Тоторо! Извините, вы случайно не видели Тоторо? Такой большой и пушистый! Мы так давно здесь не были, как уехали в город, так и не видели Тоторо. Лет 10 уже прошло. Черные чернушки, выходите! Я поймала чернушку, черную чернушку! Сбежала. Смотри, что я нашла! Ого, бумажный журавль! А что такого особенного журавля? Погоди, я читала об этом в книжке. Вот, слушай. Садако Сасуки родилась в разгар Второй мировой войны в Хиросиме. Сначала Япония воевала успешно, но через 2 года стала проигрывать. Начались налеты вражеской авиации. 6 августа 45 года, 8 часов утра. Над городом пролетели 2 самолета, но было объявлено, что это разведчики. И никто не обратил внимания на еще один самолет, появившийся в небе. Что случилось потом? Садако выжила? Да, она осталась жива после взрыва. Но через 10 лет из-за облучения попала в больницу. Однажды она узнала, что если собрать 1000 бумажных журавликов, то они исполнят самое заветное желание. Садако стала собирать журавликов, чтобы поправиться. Но ей становилось все хуже. Когда она умерла... Говорится, что когда она умерла, ей оставалось собрать еще 366 птиц. Можно я оставлю этого журавлика себе? Можно. Но где же он? Где наш журавлик? Я положила его сюда, а он... Давай искать. Он не мог так просто исчезнуть. Тоторо! А что это у тебя в мешке? О, журавлики! Это мне? Но почему? Мэй, смотри, здесь что-то написано. Здравствуйте, Сацуки и Мэй. Пишет вам Садако Сасуки. Спасибо, что вспомнили обо мне. Хочу сказать, что после смерти моя история не закончилась. Мои одноклассники решили собрать деньги на памятник всем жертвам войны. Они рассказывали обо мне и журавликах по всей Японии. Потом обо мне узнали и в мире. Сейчас я памятник в Хиросиме. И ко мне каждый день приносят 1000 журавликов. Я попросила Тоторо передать и вам немного. Раздайте их всем. Пускай не забывают, как важен мир на нашей планете. Ну что, Мэй, раздадим журавликов? Конечно, а Тоторо нам поможет.